Всем привет, с вами Денисыч, и это очередная печка, только печь-камин. Вот. В общем, смотрите сами, все увидите. Нечего говорить, в общем-то. Вот только я с Миран тут стою на машине. Вот. Ладно, поехали делать печку. Вот, перекидываю глину отсюда, вот сюда. Миран тут сидит, лает на других собак. Мирана собака. Да. И кирпичи я посадил. И немного посидеть.
заказали, купили в магазине один. Ну и доставка едет, везет. Ну едут там, разговаривают там, по жизни, что почем, куда едем, там, тот район там крутой. А что куда надо катить? А, на 7-й этаж. Ну все, мебель хорошая там. Все, водитель и 2 грузчика. Подъезжаю, ну, грузчики между собой, что как потащим, говорит, давай, я один, говорит, я утащу один, одно кресло, второй, говорит, я второе, ты, говорит, второе, диван потом вдвоем потащим, ну, один закурил, сел, второй хватает кресло, потащил, на 7-й этаж затаскивает, звонок в дверь, блондинка открывает такая. Вы кто? Он говорит, я грузчик. Кресло принес. Ну, заносите вон, туда ставьте. Поставил. Она ему штаны снимает. Делает миньет. Тот таким, с такими глазами вниз прибегает. Второму все рассказывает. Тут ничего себе хватает. Кресло-то на одном дыхании наверху. Звонок, дверь. Открывает, как блондинка снова. Ты кто? Он говорит, я грузчик. Говорит, заноси, вставь кресло сюда. Такая ситуация, штаны снимает, мне этому делает, тот прибегает, тому рассказывает, все такие, это водила слушал, говорит, я диван потащу. Хватает диван, на 7-й этаж прибегает, дверь, звонок, дверь. Говорит, это, открывает же эта блондинка. Говорит, вы кто? Говорит, я водитель. Заносите, заносит, ставит, а ему 200 рублей. Тут говорит, как так-то? Почему мне 200 рублей? Это им такое. А мне муж сказал, говорит, водителю 200 рублей, а грузчикам хуй сосать. Грузчики пускай кушают. Да. Не, хуй сосать. Ну все. Красиво еще. Красота. Красота, тепло, бля. В окошке отражается вот так, что огонь горит. Ты че, милое дело. Всю жизнь мечтал, честно сказать. Я вот вырос, вот в доме, сейчас, да, потом поехали. Та квартира, там квартира благоустроена. И вот иногда, ну, на соревнования приедешь, едешь утром на зарядку. И таком, в частном секторе, знаешь. А они печки топят, дымок. И такой запах от дыма. Такая ностальгия по этому. Я знаю, так хорошо, когда печка.